Волна лжеминирования докатилась и до Бийска. Сегодня учебный процесс экстренно был остановлен в школе номер 20 Наукограда. На электронную почту учебного заведения пришло сообщение о том, что в здании заложена бомба. Специалисты обследовали школу и ничего подозрительного не нашли. Учебный процесс возобновили. И сегодня же поступило сообщение о минировании Бийского ЦУМа, еще одного торгового центра и детского сада. Все помещения осмотрели сотрудники полиции и кинологи с собаками. Информация оказалась ложной. Добавим, что письма подобного содержания в минувший понедельник получили 29 барнаульских школ и 11 административных зданий. После проверки взрывных устройств обнаружено не было. Волна сообщений о минировании прокатилась и по другим городам России. К счастью, все они не подтвердились.